Лечащий врач возвращается после своей первой операции. Его друг, опытный врач, спрашивает у него: «Ну как прошла твоя первая операция?» Тот сильно задумался и говорит: «Операция? Блин, я думал, это вскрытие». Деревенский ЗАГС. Женщина приходит регистрировать ребенка. Регистраторша спрашивает: «Кто отец?» Женщина отвечает: «Да Васька из Черновки». Регистраторша продолжает: «Не понимаю». На этой неделе Зинка из Сосновки, Манька из Волобуевки, Валька из Митяева, Екатерина Матвеевна из Центральной усадьбы, а теперь вот вы из Семеновки. И у всех отец Васька из Черновки. И как это у него получается? Женщина подумала и отвечает: «Знамо как, у него ж лесопед». Школа, урок естествознания. Учитель рассказывает: «Крот съедает каждый день количество пищи, равное его собственному весу». Вовочка подумал и говорит: «Но откуда крот знает, сколько он весит?» Сидят три друга на кухне, первый хвастается: «Я этот Новый год отмечал на Гавайях, кругом загорелые девушки, море, пляжи». Второй тоже решил похвастаться: «А я в Индии, верхом на слоне, тепло, фрукты, приветливые индианки». Третий посмотрел на них и говорит: «А я Новый год тоже с вами отмечал, дома на кухне, только не курил». Бабушка в овощной лавке говорит продавцу: «Думала взять 6 килограмм картошки, да не донесу». Продавец посмотрел на нее и говорит: «Берите, женщина, я для вас так взвешу, что легко нести будет». Перед началом экзамена преподаватель пытается успокоить студентов: «Вы не волнуйтесь, положительная оценка будет у всех». Студент подумал и уточняет: «А положительная – это какая?» Преподаватель объясняет: «Больше нуля». История из жизни. Это ж надо было валиться сегодня после корпоратива к собственному мужу в машину и сказать: «Мужик, денег нет, за секс довезешь». Мужик, проходя мимо забора воинской части, слышит странные команды: «Зеленым вверх, зеленым вверх, вверх зеленым, я сказал». Удивился мужик и посмотрел в щелочку, а там солдаты под предводительством прапора сажают деревья. Подружки спрашивают у Мальвины, как прошла новобрачная ночь с Буратино. Та загрустила и отвечает: «Очуметь, всю ночь занозы вытягивала».